Доброго дня, шановні глядачі! Я рада вітати вас на телеканалі «Миколаїв». В ефірі програма «Розмова на тему», в студії Анастасія Михайлюк. Тривають зимові свята, і сьогодні ми поговоримо про ті святкові заходи, в першу чергу, які проходили в області і були орієнтовані на дітей і молодь. А на питання із цієї теми відповість гість, який сьогодні завітав до нашої студії. Прошу вітати, пан Микола Смоквіна, головний спеціаліст відділу молоді та інтернатних закладів, управління по роботі з молоддю, департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації. Я вітаю вас, пане Микола, в нашій студії. Питань насправді дуже багато, тому що свята святами, а робота триває. І в той час, коли діти, молодь очікують на диво, хтось це диво має створити. Які заходи незвичні для нас в першу чергу, можливо, були проведені в області і були орієнтовані на школярів та молодь? Ну, в першу чергу для того, щоб провести все на достатньо великому рівні, ми почали займатися всіми цими мероприятиями ще в ноябрі місяці. Вот, підготовили розпорядження губернатора. Номер 357 о, скажем так, тех перечне тех необходимых мероприятий, которые должны были в итоге дать возможность охватить идеи молодежь мероприятиями ко Дню Святого Николая, к новогодним и рождественским праздникам провести на высшем уровне губернаторские елки. В целом нам это удалось. Почему? Потому что мы в первую очередь 19-го декабря в Украинском театре провели очень большое представление для всех детей нашей Николаевской области. Мы привезли 800 детей. На кого были ориентированы запрошения? В первую очередь мы указывали на то, чтобы охватить этими мероприятиями детей, которые, скажем так, которым необходима особая социальная помощь и поддержка. То есть это дети погибших героев наших в АТО, это дети, которые являются сегодня внутренне переселенцами, это дети-сироты, дети, лишенные опеки, дети с многодетных, малообеспеченных семей, это дети-инвалиды, то есть дети нацменьшин. Это вот, то есть та категория, которая законодательно нам говорит, что вот эти дети имеют статус вот детей, которым необходима особая социальная помощь и поддержка. Поэтому, конечно же, в первую очередь и посещали эти мероприятия эти дети. В дальнейшем мы провели губернаторские елки. Мы в этом году, в отличие от прошлого года, мы сделали два большущих мероприятия в областном дворце культуры. В каждом из мероприятий 1200 детей вот было. То есть на мероприятии и присутствовал губернатор Вадим Иванович Мериков, и Оксана Львовна Янишевская, заступник заместитель губернатора. А также на мероприятии приходили поздравить детей Виктория Москаленко, глава областного совета и директор департамента наш. То есть мы, опять же, в этих мероприятиях мы точно так же ставили задачу по максимуму охватывать деток вот, именно от социально незащищенных категорий. В дальнейшем, по уже, скажем так, завершающим нашим этапам, именно этапам работы департамента, было проведение 28 числа в Театре Чкалова, опять же, уже новогоднего представления, а также тоже для деток. Вот. Ну, на этом, естественно, работа не заканчивалась. То есть работа велась отдельно и в домах-интернатах. То есть параллельно нашим мероприятиям проводились мероприятия на местах, проводились мероприятия в городах, проводились мероприятия в районах. То есть полностью как бы мы старались, то есть если в целом мы посмотрели и увидели, что нам удалось в этом году охватить только силами департамента 6 тысяч деток, да, которые получили не просто, что значит охватить, а детки не просто смотрели представление, но они еще получали новогодние сладкие подарки, то в целом в области во всех мероприятиях приняло участие порядка 40 тысяч детей и молодежи. Скажіть, будь ласка, ви вже порушили тему інтернатних закладів. Ну, ми знаємо, що, звичайно, Новий рік, Різдво, День Святого Миколая – це час родинних свят. Для дітей, які позбавлені родинного тепла, в першу чергу необхідно створити якусь можливість, щоб компенсувати оцей біль, який у них є. Зазвичай свята в інтернатах проходять яким чином? Приходять спонсори, приходять представники влади, діти виступають, отримують подарунки, всі розходяться. Як там, що далі відбувається, ніхто того не знає.
Можливо, є якісь нові напрямки взаємодії з цими закладами, які постійно підтримували би зв'язок? Або, можливо, якісь нові можливості для проведення свят, щоб це не було таким шаблонним, знаєте, святом, а щоб якісь нові елементи з'являлися, нові персонажі? В будь-якому випадку, кожен рік з'являються нові персонажі. Чому? Тому що один від другого не відрізняється. Всегда, в любом случае, готовится новая интересная программа, более совершенная, более, скажем так, проевропейская. Вот. Что касается постоянной поддержки, естественно, в любом случае, поддержка детей из домов-интернатов, она не носит, скажем так, единичный характер. Она осуществляется повсеместно и осуществляется всегда. Почему? Потому что, в принципе, дома-интернаты всегда они подшефны, то есть над ними есть шефы. Вот. Это и волонтеры, это и депутаты, то есть это и вот... представители бизнеса, крупного бизнеса, то есть, которые считают своим долгом вот, оказать поддержку ту, чтобы, вот, как вы правильно заметили, чтобы ребенок вот, почувствовал такое, скажем так, семейное родительское тепло. Это, на этом, в принципе, и строятся все планы, и строятся все те, весь этот комплекс мероприятий для того, чтобы, вот, да, как вы правильно опять же заметили, не просто, что вот, пришли, там, потанцевали, возьми подарок и до свидания. А это просто повсеместная работа, то есть это работа педагогического персонала, работа психологов, то есть работа направлена на то, чтобы дети чувствовали себя, скажем так, как дома. Ми вже говорили про те, що новорічні свята, власне, розпочалися із Дня Святого Миколая. І цього року вже вдруге в Миколаєві, в обласному центрі, проходив фестиваль «До Миколая в Миколаїв». Ініціювали його і здебільшого організацію взяли на себе громадські активісти. Тобто це не була робота в першу чергу органів влади, але... природньо зробити таке припущення, що була взаємодія. Чи виходять до вас з ініціативою громадські активісти і чи знаходять їхні ініціативи підтримку? Звісно, виходять, звісно, отримують нашу підтримку. Чому? Тому що, по великому рахунку, ми в будь-якому випадку зобов'язані в рамках реалізації молодіжної політики в області підтримувати такі ініціативи, які несуть соціально значимий характер в регіон. Тому, опять же, наша задача им не просто помогать, а сделать этот процесс более регулярным и, скажем так, прописать какие-то основные аспекты, да, где мы, как орган исполнительной власти, можем им помогать, а они уже со своей стороны могут выразить себя более как бы, совершенно в проведении того или иного элемента мероприятия или мероприятия в целом. То есть это касается практически очень многих вопросов, то есть от организационных до более уже конкретных, то есть моментов, связанных там с, вот, чисто уже с проведением и конечным результатом. Ну, от, наприклад, цей фестиваль «До Миколаїв Миколаїв», ми бачили, що він знайшов відгук і у миколаївців, і у гостей обласного центру. Достатньо популярний фестиваль. Да. Чи плануєте ви долучатись, щоб розширити оцей фестиваль на майбутній рік, вже з тим досвідом, який є? В обов'язковому порядку. Для этого будем проводить, скажем так, наши, скажем, можно так их назвать, такими собраниями, да, как бы. Потом будем проводить, скорее всего, расширенные, вот, может, какие-то вот коллеги, для того, чтобы действительно, вот я же говорю, чтобы задача вывести конкретную цель и для того, чтобы сошелся конечный результат, да, как бы, то есть для чего мы это делаем, на что направлены наши совместные, уже совместные усилия. Власне, ну, Миколай – покровитель нашого міста, і тому, звичайно, дуже добре, що такий фестиваль, він зароджується сьогодні силами громади в Миколаєві. Це може бути, власне, нашою візитною карткою для всієї України. Як сьогодні ваш департамент співпрацює з колегами з інших областей? Чи залучаєте ви їх досвід, чи ділитесь своїм досвідом? Як взагалі наші ініціативи знаходять відгук у інших міст? Ми... всегда, в принципе, работали и с общественными организациями из других областей, но в формате, как правило, более такую, эту ношу всегда брало на себя министерство. Вот, сначала эти сборы, скажем так, проходили в Киеве, потом министерство пошло дальше, и много мероприятий проходит выездные, да, как бы, они проходят в Одессе, проходили в Харькове, проходили в Ужгороде, то есть, и вот как раз на вот этих сборах, на вот этих мероприятиях
есть возможность более плотно подойти к тому или иному вопросу, найти точки соприкосновения, да, как бы совместные интересы с той или иной областью, и дальше уже понять, как мы можем дальше уже выражать свои идеи, где мы соберемся в следующий раз. Допустим, да, давайте, может быть, это действительно будет Николай. У нас вообще очень большие цели на то, чтобы в 2016 году мы уже несколько писем написали на министерство, инициативных наших писем о том, чтобы эти вот инициативы министерства по, скажем так, да, всем этим сборам и собраниям хотя бы учитывали наши интересы, что мы готовы. Мы готовы принимать, мы готовы размещать, мы готовы оказывать техническую поддержку. А насправді, чи ми готові до цього? Ми, звісно, готові. В другому випадку ми б цього не предлагали. Тобто кількість закладів розміщення і харчування на сьогодні в Миколаївській області здатна прийняти, конечно, таку кількість, конечно, гостей? Да. Тим більше, що, ну, ви ж розумієте, що це в будь-якому випадку не речі там о 300, там, це, як правило, це 50-60 до 100 чоловік. Але хотілося б, щоб якомога більше туристів до нас приїжджало. Так, ні, я маю до у зібраннях конкретно от по реалізації молодіжної політики. Тобто, а от і, так, звісно, ж, якщо ці 100 чоловік приїдуть і нас услышать, то завтра ми отримаємо 100 чоловік, 1000 чоловік, навіть не 300. На это мы нацеливаемся. Ну, що ж, будемо сподіватися, що такі масштабні плани, вони знайдуть свою реалізацію і вже дійсно, можливо, у цьому новому 2016 році. Коли ми говоримо про новорічні свята, це не лише період святкування, це і час підбиття підсумків за минулий рік. Зазвичай ми озираємось на минуле і можемо сказати, що вдалося, що не вдалося, які програми було реалізовано. Якщо говорити про вашу роботу, які підсумки можна підбити, можливо, якісь конкурси проводились, про які ми можемо вже говорити про їх завершення, або можемо говорити про якісь програми для молоді, які тільки почнуть свою реалізацію з нового року. Да, ну, смотрите, в принципі, якщо брати з расчету планування, да, ті мероприятия, комплекс мероприятий, які були запланированы на 2015 год, они проведены все в полном объеме. Естественно, они планировались с учетом того финансирования, которое доводилось, и они были проведены в те сроки, которые указаны были в планах. Что делается для того, чтобы все это дело приобретало более масштабный характер? 2015 год был годом, когда закончилась пятилетняя наша программа «Молодежь Николаевщины». Подготовлен проект новой программы. Но вона ще не ухвалена, а на сьогоднішній день ми для того, щоб не вийшло так, що старе своє дійство закінчило, а нове ще своє дійство не почало, продлили на год дійство програми вот этой, і в першому кварталі 2016 року ми вже вносимо цю програму, нову програму 2016-2020 на розглядання і утвердження обласним советом. То есть уже, естественно, в новой программе мы идем дальше. Мы на основании концепции общеукраинской программы молодежной программы, то есть мы выставили четко приоритеты, мы выставляем четко те задачи, которые, формы и методы работы для конкретной реализации, опять же, молодежной политики именно в регионе, да, то есть особенности реализации этой политики. И будем уже работать на полностью, как бы, на реализацию тех пунктов. Мы посмотрим, как правильно ли мы все сделали. Да, как бы. Почему? Первый год работы программы, он сразу все показывает. Какой пункт программы где-то пробуксовывает? Да, почему? Значит, где-то что-то не учли. Может быть, есть необходимость внести изменения, да, как бы, какой-то пункт в общем убрать или заменить другим пунктом, или просто вот, добавить что-то. Почему? Потому что каждый год, сегодня, вот, если взять в целом по Украине, скажем так, являются действенными 35 нормативных актов, которые тем или иным образом касаются реализации молодежной политики. Скажите, пожалуйста, в разработке концепции этой программы на 16-20 годы взяли участь лишь представники департамента, или вы залучали громадських активистов с их какими-то наработками, потому что, напевно, і там спортивна молодь має свої побажання, має свої пропозиції. І молодь культурної сфери так само має якісь свої пропозиції. Помимо того, що ми попросили свої пропозиції у всіх структурних підрозділень обласної адміністрації, наші свої пропозиції предоставили структурні підрозділення, вірніше, територіальні органи
вот, министерств, которые посчитали, что да, вот мы должны там тоже принять какое-то участие. Естественно, мы дали очень много времени для того, чтобы общественные организации, активная молодежь высказала свои позиции, то есть свои предложения и свое видение, что бы они хотели. Дальше наша задача уже посмотреть, проанализировать, понять, будет это работать или не будет это работать. Юристы дадут свое, скажем так, обоснование. Свою оценку, да? Свою оценку, да. Почему? Потому что просто захотеть и сказать, мы хотим вот так. Это очень просто. Дальше наступает более серьезный момент, момент действительно, момент анализа и момент мы должны посмотреть на формулировку, да, как бы предложение. И для того, чтобы вот не было таких моментов, что мы можем принять, а реальности покажут нам, что где-то мы чего-то не учли, где-то мы были неправы, где-то что-то, те, скажем так, моменты, которые не дадут просто вот, вроде как идея интересная, да, а из-за того, что мы не придали ей огранки правильной, идея как бы не найдет себя. Вот это от этого, над этим мы всегда работаем, и почему я говорю, что приносите пораньше, более глубоко выражайте свою идею, чтобы и нам было понятно, и им было понятно, для чего и проводятся, опять же, общие сборы, то есть активная молодежь, представители общественности путем через нашу молодежную коллегию. То есть мы всегда говорим, пожалуйста, давайте, будем работать. И очень много интересных идей. Молодежная коллегия, кто сегодня до неї входить? Сегодня входят 57 молодежных и детских организаций в эту молодежную коллегию. То есть это, в принципе... Но это в первую очередь самые организации, а не представники виконавчої влади. Это, да, в первую очередь именно молодежные и детские организации. То есть это тот поезд, то общественное мнение, которое я живу, которое мы слышим и которое нам подсказывает, где и как молодежь хотела бы видеть себя, реализовывать себя. Наша задача уже помогать им в этом. Завжди, кожного року ми собі обіцяємо, коли є якісь плани, є якісь такі мрії, ми собі говоримо, от з нового року я почну, от з нового року я буду. І от виникає таке питання, куди людина, яка хоче з нового року розпочати щось нове в своєму житті, хоче щось привнести в своє життя, чимось зайнятися, куди може звернутися молода людина сьогодні, для того, щоб не вкладаючи значних коштів, мати можливість розкрити свої таланти. Є такі можливості сьогодні? В будь-якому випадку. Конечно, наши двери всегда открыты, управление по работе с молодежью. Любой молодой человек может прийти со своей идеей, вот, и сказать, рассказать, что он, да, что он хочет и на какой результат он рассчитывает. Опять же, что касается, да, помощи, здесь уже вступают в силу юридические моменты. Почему? Потому что есть определенное постановление Кабинета министров, есть закон, которые раскрывают порядок. То есть порядок вот именно поддержки вот таких идей, да. То есть сегодня нет возможности, чтобы кто-то пришел и сказал, смотрите, вот какая классная идея, я не хочу на эту идею 5000, дайте мне. Конечно же, такого, ну... Ну, але є можливість здобуття якихось грантів, здобуття якихось залучення сторонніх коштів меценатських? В обязательном порядке. Каждый год гранты президента, премия Кабинета министров, естественно. То есть люди над этим работают, очень много молодежи к нам обращается. Мы принимаем все документы, которые к нам можете приходят. Можете навести приклад, коли якась дійсно цікава, нестандартна програма здобула відгук і був виділений грант або іншим чином була виділена сума коштів на реалізацію, і сьогодні вже є якісь результати? Смотрите, я сейчас не готов так резко сказать, почему? Угу. Потому что их было очень много. И але вони є. Да, они есть, но в любом случае, когда вот ты смотришь, кто выигрывал и на что, то действительно такое вот там все инновационное и новое, что иногда просто приходится взять словарь и посмотреть действительно, что значит то или иное слово. Почему? Потому что очень к этому очень серьезный подход. Вот. И почему? Потому что очень много времени занимает подготовка документов, вот, проверка правильности оформления документов. Почему? Потому что решение, вы сами понимаете, принимается на самом высоком уровне. Вот. И дело там даже не в тех суммах, да, которые выделяются на реализацию гранта, вот, а дело вот в самой идее, то есть поддержка этой идеи. То есть мы не можем давать оценку, да, мы можем рекомендовать.
Вот. Дальше уже прислушаются к нам или не прислушаются, это уже другой вопрос. І ми поговорили з вами трохи вже про співпрацю з представниками виконавчої влади з інших областей України. А як щодо міжнародної співпраці? Чи з виконавчою владою, чи, можливо, з громадськими організаціями, з активістами? Чи налагоджена на сьогодні така співпраця? Сказати чесно, вона сьогодні не налагоджена, але ми в наших планах все-таки, ми хочемо. То робота ведеться? Так, ми хочемо, робота ведеться в цьому напрямку. Несколько... В прошедшем году у нас велась переписка. Вот. Мы хотим все-таки с европейскими организациями более плотно начать работать. Это и касается моментов обмена опытом, моментов, связанных с реализацией их идей. То есть вот посмотреть, как все-таки это происходит в Европе. То есть что, какие европейские ценности будут применимы у нас, которые действительно приживутся и дадут. То есть не просто взять, ага, вот у них вот так в Европе, да, давайте возьмем, все, завтра мы будем делать так. Нет, нужно опять же подходить к этому разумно, подходить это, к этому правильно, и для того, чтобы создать свою модель, свою проевропейскую современную модель развития молодежного общества. Це наша ціль. На сьогодні багато вищих навчальних закладів розвивають отакі програми, коли студенти можуть на рік поїхати на навчання до іншої держави, коли є програми «Подорожуй та працюй» для молоді. Тому, звичайно, хотілося б, щоб і далі посилювалася ця співпраця, да, і ці можливості розширювалися. Да, то немножко другі програми. Тобто, наша все-таки задача – це... общественность, молодежный актив, скажем так, вот. Люди, которые генерируют себе идеи, и у которых этих идей очень много, которые видят, что та или иная идея действительно она полезна для страны в целом, она полезна для отдельного региона, она вообще полезна в целом для людей. Если говорить про зріз найбільшої кількості таких програм, які сьогодні висувають вам громадські активісти. От тривалий час мова йшла про те, що немає там спортивних майданчиків, немає парків для велосипедистів, немає майданчиків для скейтбордерів. Сьогодні вони є. Не так багато, як би хотілося, можливо, не в таких розмірах, не в таких масштабах, але вони з'явилися і завдячуємо цьому саме цим ініціативам, які виходили із громади. Сьогодні продовжується саме на такий спортивний напрямок ці програми, ці пропозиції, чи інший якийсь пласт вже порушено? Очень серйозний пласт – это патріотизм на фоні тих непростих событий, які відбуваються у нас в стране. Спорт остался спортом, естественно, он развивается, он каждый день находит свои какие-то новые идеи, но очень много программ сегодня приносят организация, именно направленная на формирование патриотического духа молодежи. Это не может не радовать, естественно, это наша основная задача. Программы тоже интересные, они показывают роль Украины, то есть да, вот роль мирового сообщества, то есть поднимают мнение тех или иных сторон, ну вот как бы в свете того, что происходит, да, как бы вот это вот где-то сегодня, я так скажу, наверное, вот уже больше превалирования идет все-таки программа патриотического формирования. Ну, погодись, це не може не радувати, зважаючи на тривалий час відсутності подібних програм, якщо да, говорити они, так відверто. Вони були, вони, звісно, були, але вони носили більш такий скромний характер, да? А сьогодні вот они получили такой свой всплеск, скажем так, и они вышли на новый виток. Мы постоянно говорим о программе. Это не говорит о том, что спорт ну, я сподіваюся, отошел в сторону. Здоровый способ життя продолжится, але там, где мы будем бороться за відродження нации, мы будем прагнути и здоровой нации, и сильной нации. Конечно, это единое целое, это единая цепь. Мы уже будем незабаром заканчивать, але наостанок я просто хочу уточнить. Ви говорите програми там з розвитку патріотичного виховання. Це мова йде про круглі столи, там заходи в бібліотеках, чи можливо це такі заходи, як проведення там наметового містечок, якихось тренувальних таборів, якихось таких активних дій. Річ йде обо всьому. От проведення семінарів круглих і круглих столів до проведення наметових, да, скажімо так, палаточних лагерів, флешмобів. То есть проведение массовых акций для того, чтобы привлечь именно общественность, то есть привлечь внимание.
людей к вот этой проблеме. То есть это все, это вот весь комплекс мероприятий. Я тепер буду з великим таким нетерпінням очікувати на те, коли ж подібні ініціативи знайдуть втілення, і будемо уважно стежити за можливими фестивалями, проведенням таборів і інших заходів, дійсно, з якими сьогодні виходять до вас громадські активісти. Я хочу нагадати вам, шановні глядачі, сьогодні ми говорили про, в першу чергу, програми та заходи для молоді, і гостем нашої студії був пан Микола Смоквіна, головний спеціаліст відділу молоді та інтернатних закладів управління по роботі з молоддю Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації. Я дякую вам, пане Миколо, за сьогоднішню таку змістовну зустріч. Дякую і вам, шановні глядачі, за увагу. Прощаюся з вами. Незабаром зустрінемось знову на телеканалі Миколаїв. На все добре.